Радий представити гостю нашої студії, громадський діяч Олена Трифонова. Доброго ранку вам, доброго дякую, що ви з нами. Доброго і так, добра шафа. Це, я думаю, вже проєкт, який асоціюється у багатьох, хто не живе у місті Миколаєві, а десь в інших містах чи областях, саме із нами, саме з вами. Тому що такий проєкт справді унікальний і добра у нього місія. Я слідкую, наприклад, у Фейсбуці і щодня піднімає настрій мені той чи інший пост. Вчора абсолютно випадково натрапив на пост про Юрія Тарасевича, який якраз побачимо ці фотографії, привіз учора величезну купу речей, які тепер допоможуть миколаївцям, які в цьому мають потребу, отримати ті речі. Отже, сам проект почнемо із того, з чого починалося все. Все починалось 2 роки назад. Как бы ситуация в стране у нас не улучшается, к сожалению, а ухудшается. Условия жизни и достаток жителей страны, как и нашего родного города, также в регрессии. Поэтому было, вот, скажем так, определенное количество прецедентов создать вот такое вот мероприятие. Почему бы нет? Оно, по большому счету, оно не новое. Оно вот в Европе, в Штатах, оно и по Украине есть подобные проекты. Начиналось все просто с вещей, своих знакомых, друзей, коллег по работе. Потом делались закупки в секонд-хенде. Когда люди начали приносить, и вот как бы оно больше начало развиваться, и буквально вот за какие-то там несчастные 2-3 дня у меня дома скопилось там порядка 10 пакетов, я поняла, что, наверное, надо что-то делать более масштабное, потому что проект самой помощи, он необходим. Много людей, которые просят помочь, там, собрать детей в школу, потому что дети вырастают очень быстро, либо там одинокие пенсионеры, вот мы ходим по городу, мы на них просто не обращаем внимания, а иной раз им просто даже купить не за что еду, там, бездомные, а за то, что купить на осень или на зиму там обувь и верхнюю одежду, то вообще можно молчать. Речь не идет, да. Да, поэтому вот так вот создали, единомышленники были, скажем так, муж поддерживал, друзья, подруги, которые помогали на первых этапах. Ну, вот доросли на сегодняшний момент, мы имеем свое помещение, которое нам дал городской совет на бесплатное пользование на 1 год. Нам сделала мебельная фабрика «Ренессанс» Валентин Бельский, помог, сделал шкаф. Ну и люди приходят, делают там ниши своими руками. Очень много помощников, очень много добрых людей. И я вот, ну, наверное, вдвойне рада, что этим проектом вообще занялась, потому что я смогла увидеть в нашем городе, в нашей стране, потому что люди присылают вещи из других городов. Угу. Кто есть кто? Кто есть человек у нас в депутатском корпусе? Кто у нас есть человек среди обычных людей? Кто у нас есть среди волонтеров настоящие? Кто не настоящие? То есть, как бы, жизнь у нас такая, к сожалению. Ну, я хочу сказать, что вот буквально недавно тоже санаторий Дубки объявляли о том, что ищут вещи. Наша команда приобщилась к этой инициативе. Достаточно было просто в эфире сказать, и люди начали уже во время эфира приносить вещи. Для меня лично это был шок, потому что, ну, я не ожидал даже на такую реакцию. Поэтому есть в Николаеве люди, готовые прийти на помощь и готовые помочь. На самом деле для этого им нужно очень мало, просто желание, не сразу только узнают информацию, где нужна помощь, как Чип и Дейл, раз, уже на месте, уже несут помощь. Уже на помощь. Да, вот если говорим за вот эти 2 года, были ли такие периоды просто вот, скажем так, пика, когда люди активно принимали участие, либо вот какие-то спады? С чем было связано? Спад – это лето было. Как бы летом людям вещи в основном приносят. То есть приходить, ну, никто... Но за все лето, наверное, человек до 10 всего лишь приходило, брало. Осенью, вот за последнюю даже неделю, уже было отдано более 14 вот, человек. Угу. Одежды я не считаю бездомных, ну, которые мы сами разводят. Это люди, которые сами приходили, сами выбирали одежду. Учет, кто сколько приносит, мы не ведем. Угу. То есть мы ведем такой своеобразный учет, кому мы просто помогли, отдали, да, помогли и все. Это формальности, нам нигде отчитываться не надо, и не, как бы мы не ставили себе цель
там где-то вести какую-то документацию. Нам это время лучше потратить на что-то более полезное. Если мы говорим о проекте, уже 2 года он существует, на год вот сейчас дали помещение, я так понимаю, что планируется долгосрочное его существование, и что и с помещением потом продлят или как они обещают? Я могу рассказать вообще вся эта эпопея, как длилась с помещением. К сожалению, все очень плачевно. Наверное, наш городской глава не был заинтересован в этом проекте или не знаю по каким причинам, но очень много документов терялось в кабинетах чиновников, не подписывались там, если какие-то были ошибки в подаче документов, то есть никто ничего не говорил, тянули до последнего. Я хочу сказать спасибо двум людям, которые сделали толчок, как говорится, чиновникам для работы, чтобы эти документы прошли громадскую организацию, и мы получили проект. Это Игорь Копейко и Александр Мельчук. Им спасибо, потому что благодаря им проект заработал и вдохнул в себя новое дыхание. Что касается дальнейшей жизни, ну, я вообще романтик, и я мечтаю о том, чтобы через год, через два вот такие проекты людям просто не нужны были, что мы заживем действительно, у нас будет достаток в стране, люди смогут себе нормально зарабатывать и покупать, но мы реалисты, с другой стороны, поэтому будем продлевать, будем подавать документы дальше, может, будем искать какую-то там альтернативу, другое помещение каких-то там, может, объединяться будем с какими-то другими громадскими организациями, потому что вообще была мысль создать вот какой-то большой центр, где можно объединить там волонтеров, которые помогают там трудоустроиться, там вынужденным переселенцам. То есть создать вот такой один большой общественный центр. Есть очень много иностранных доноров, которые дают на это деньги. То есть просто надо скоординироваться, собраться и сделать. Если говорить о проекте, есть ли уже, я услышал, что с других городов поддерживают, но есть ли, возможно, какие-то друзья, единомышленники, которые этот проект продолжают уже в других открывают, городах? Открывают, да. Было дело очень много, вот только мы открылись, есть у нас в Украине сайт «Добродел», где каждый размещает там свои какие-то инициативы и может там собирать средства для каких-то реализаций, там еще что-то. И этот сайт, ну, на этом сайте я зарегистрировалась практически сразу. Очень много было звонков, даже, ну, как вы это все делали, с чем вы сталкивались, какие моменты, все расспрашивали. Это Винница, это Баштанка Николаевской области, это Западная Украина звонили, с Днепропетровска звонили, Киев. В Киеве, причем, существует очень много, скажем так, организаций, подобных, да, но подобных организаций, там и Ласка, но у них немножко другой принцип, у них магазин, как бы, социальная одежда, то есть люди приносят, они продают, потом как-то, ну, вот, по типу комиссионки, я не знаю точно, как они работают, но очень много, но тем не менее звонят, спрашивают, и я знаю, что открываются, потому что тоже слежу за Фейсбуке, в Фейсбуке за многими, вот с кем там переписывалась, я тоже вижу. Люди просто тоже у себя дома собирают вещи, раздают, и, там, как вы взяли, там, допустим, интернат взяли, там, детский дом, точечно, целенаправленно собрали необходимое, передали. Вот, знаете, друг познается в беде. Вот та ситуация, которая у нас сложилась в стране, вот нас объединила. Вот люди действительно добрые, они встали и они начали помогать. Поэтому вот. На самом деле приятно, да, осознавать, что, во-первых, в нашем городе есть подобное что-то. В любом случае проблема есть. Говорить, скажем так, в том плане, что, к сожалению, есть такой проект и так далее, потому что, значит, бедность есть. Ну, как есть уже. На самом деле главное, ну, что есть люди, которые готовы помогать в любой ситуации, которая бы, как бы там ни было, как бы ни сложилось, в любой стране, даже в самой процветающей, все равно есть бездомные, все равно есть люди, которые нуждаются. В любом случае эта проблема есть. Дело в том, что, как бы, в Украине она такая насущная для каждого города, для каждого маленького поселка. Поэтому будем надеяться, что все-таки сеть будет расти. У меня еще один вопрос. Добра шафа, чи шафа добра? А это уже кому как нравится. Да? То есть... Да, но вообще добра шафа, а шафа добра это уже такое более глобальное. Глобальное, да. Ну как бы вообще, кому как нравится, так и читают. От этого смысл не меняется. Ну и конечно же, самое главное, как можно помочь проекту, куда приносить вещи, если есть желание? Есть телефон, который вот этого проекта 073-040-69-69. Это телефон проекта. На этот телефон любой человек, который хочет принести
либо получить помощь, либо знает семью или тех людей, которые нуждаются в помощи, потому что люди боятся обращаться даже вот за помощью, они не верят в благотворительность, есть и такое. Они просто звонят по этому номеру, мы договариваемся, потому что как бы все, кто помогает, совмещаются со мной работой, и там мы постоянно не находимся. Адмирала Макарова 7, это территория департамента ЖКХ, у нас там маленькое помещение есть. Мы созваниваемся, люди приносят вещи, мы их встречаем, либо договариваемся, люди приходят себе, сами выбирают одежду, ту, которая им необходима, там, для себя, для детей. Потому что вот раньше мы находились в помещении, у нас на переулке Радио Дина была маленькая вахтерная, это ну, манюсенькая, ну как вахтерная в подъезде. Там были коробки, все в коробках, то есть надо было, чтобы одного человека отдать вещи, потратить более часа, час-полтора, чтобы распаковать эти коробки, да. Выбрать и потом опять это все спаковать. Сейчас, я же говорю, вот, благодаря вот, добрым людям, те, которые помогают проекту развиваться дальше, у нас все очень красиво теперь стало, очень удобно, и мы продолжаем, то есть развиваться, мы дальше просим, ищем шкафы, полки, все как-то делаем своими силами. Так що так, не просто так ми сьогодні якраз поспілкувалися на цю тему, оскільки День благодійності у нас сьогодні. Унікальна можливість і вас привітати, і усіх, хто долучається до цієї ініціативи. Тому вам сили і наснаги суміщати роботу і благодійність, допомагати іншим. Я думаю, що воно воздається сторицею, як то кажуть. І, звичайно ж, бажаємо вам тільки натхнення в нових справах, нових ініціативах. Ну і нехай однодумці з інших міст також з'являються.